По выражению шахматиста Андре Филидора, пешка – это душа шахмат. А у нас комбинация – это душа шашек. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим три интересные ловушки в дебюте «Отказанная игра» Филиппова, которые заканчиваются эффектными комбинациями. Один из вариантов отказанной игры Филиппова возникает после ходов ED4, FG5. Белые здесь могут напасть, GH4. И черные могут сыграть либо BC5, либо DC5. Мы сегодня рассмотрим ход DC5. Белые бьют, черным лучше побить на E3. И после того, как белые бьют на поле D4, здесь можно побить две шашки, а можно взять одну шашечку с более интересной игрой. И вот в этой позиции есть два хода. AB4 и HG3. Вначале рассмотрим ход HG3. Черные сразу же нападают. Ну и белым для того, чтобы побороться за центр, лучше сдвинуть царскую шашку EF2. Черные могут сделать интересный ход FE7 и поставить красивую ловушку. В чем идея? На ход GF4 черные играют GF6 и возникает положение, например, как в партии Бурылов-Кондраченко. Партия из матча 2023 года. Вот в этой позиции белым надо было меняться. DC5. Ну и после того, как черные бьют вперед, срочно играть FE3. То есть не давая хода ED6 из-за элементарного FG5. Ну и здесь позиция белых еще держится. У черных, понятно, приятнее, но белые могут достичь ничьей. А я в партии сыграл AB4, и черные провели симпатичную комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Черные играют HG5, затем FE5 и строят под ударную цепь. И затем наносят свой финальный удар. И выигрывают. Скажи, если я не подвалю вам добра. Так, ну вот я справился с девочкой, хотя на соплях. Теперь рассмотрим ловушку, в которую угодил сам чемпион СССР Василий Соков. Снова дебют, отказанная игра Филиппова. И вот в этой позиции белые уже вместо HG3 сыграли AB4. Черные играют GH4, белые занимают центр, но центр рыхловат и здесь окружение у черных приятное. Белые снова пытаются укрепиться в центре, EF2, и черные сыграли GF6. Белые играют DE3, и черные снова играют FE7. И вот в этой позиции белым надо было играть HG3 с острой игрой. Но чемпион СССР Василий Соков сыграл CD2, и черные провели очень эффектную комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Черными играл мастер Смоляк, партия 1934 года, и он выиграл таким образом. HG3, ошеломляющий ход. В какую сторону бить? Если побить в эту сторону, то снова черные проводят похожую комбинацию, как и в первом случае. HG5, FE5 и BC5. Если после хода HG3 белые бьют на бортик, тогда черные проводят другую комбинацию. FE5, затем DE7 и B5. И также красиво побеждают. Искать это рассчитывает на удар. Аллапешен! Аллапешен! О, не! О, не! Ну и наконец рассмотрим третью ловушку уже за белых. Снова дебют отказанная игра Филиппова. ED4, FG5, GH4, DC5, бой. AB4, белые снова занимают центр, черные его окружают. GH4, EF2. И вот здесь черные сыграли вместо хода GF6, HG5. Белые подтягивают шашку ближе к центру, черные его охватывают. HG3, B5, BC5, GH6, BA3. FE7, AB4. Вот здесь в позиции черным правильно было играть EF6, охватывая центр. Например, возможно такое продолжение. Если белые меняются GF4, то DE7.
и на ход Fe3 уже играют CD6. Ну и здесь белым не отвернуть от следующего варианта. GF2, FG5, CB2, BC7, BA3, CB6, AB2, HG7. Вроде бы у белых закончились ходы, но их спасает удар. FG3. И после всех перебоев, у черных, конечно, лишняя шашка, но белые, видите, отсекли их шашки черных от похода в дамки по двойнику, поэтому партия, скорее всего, закончится ничьей. Черным победить здесь довольно-таки проблематично. Но в партии Романов-Шарапов 1959 года черные вместо хода EF6, это все-таки компьютерный вариант, сыграли CB6. А вот этот ход неудачный. Из-за идеи дореволюционного шашиста Николая Кукуева. DE3, DC7, GF4, CD6, CB2. Вот здесь черным надо было играть либо HG7, либо EF6, еще как-то бороться за ничью. Но после хода BC7, напрашивающееся продолжение, да, друзья, белые провели очень красивую комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. FG3, FE5, бьем две шашки, черные бьют, и видите, образовался так называемый роздых. То есть следующим ходом черные обязаны бить шашку. И белые успевают сыграть GH4. И снимают 4 шашки с выигрышем. Да, в общем, жарковато здесь. Ну и всё! Если вам понравилось данное видео, не забудьте поддержать мое творчество лукасом и подпиской. До свидания, друзья, и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.